Спасибо. Людям в моей ситуации, то, что ну, продукт дорожает все-таки, а пенсия как-то особо не растет, то, что получается все равно в минус какая-то, если все покупать, там, денег мало чего на счет отеля. Зарплата, все остальное, все собирает. А так вот, ну, реальная помощь идет, экономия. Спасибо за то, что помогаете.